Здравствуйте, в эфире программа «7 минут». В гостях у меня сегодня Ирина Еремина, директор и визажист студии красоты «Гламура». Ирина, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот как это, наверное, все-таки не печально, да, слегка лето закончилось, наступила осень, и осень – это такое время года, ну, когда надо особенно себя радовать, вот особенно надо радовать себя женщинам. То есть хочется быть красивыми, ухоженными, наверное, более чем когда-то вот в другое время, да. Вот расскажите, пожалуйста, что можно сделать, что нужно сделать, ну, для того, чтобы чувствовали мы себя совсем хорошо, вот придя в салон красоты «Гламур». Ну, во-первых, летом все отдыхают, и, конечно, все наслаждаются летом, морем, загаром. Но когда наступают уже рабочие дни, когда вы приезжаете, возвращаетесь домой, у вас немножко наступает какая-то маленькая хандра. Поэтому, конечно, лучше всего прийти в салон красоты, сделать как хорошие процедуры для волос, для лица, так и получить положительные эмоции. Что можно сделать для волос? Для волос можно сделать какие-то маски. У нас есть очень хорошая косметика Goldwell, которая представляет как раз маски для питания, для секущих волосиков, для белых волос, чтобы поддержать белый цвет. Для лица можем предложить коллагеновые листы, которые хорошо увлажняют кожу, лифтинг-процедуры, которые нужны для подтяжки кожи. А руки, конечно, после лета меньше всего страдают, потому что как раз ногти получают очень большие питательные вещества, и для рук достаточно только маникюра, может быть, парафиновых ванн. Вот. Но вообще, как Коко Шанель говорила, женщина всегда должна быть прекрасной в любом возрасте. Поэтому, конечно, любая женщина, как молодая девушка, так и женщина в возрасте, обязательно должна посещать хоть какие-то процедуры в салоне для того, чтобы чувствовать себя хорошо и выглядеть на все 100%. Ну вот, мне кажется, все-таки чем старше женщина, наверное, да, тем она лучше начинает за собой ухаживать. Вот что касается, ну, например, школьников, да, вот какого-то там старшего возраста, вот им что можете посоветовать? Что они могут сделать, придя в салон? Я очень часто бываю в школе, потому что у меня есть дети разного возраста, и наблюдаю за девочками, которые от маленького возраста до большого. Какие-то девочки хорошо себя могут привести в порядок. Я думаю, что у них есть чувство вкуса, также есть чувство вкуса у их родителей, у мам, наверное, все-таки больше. Вот. А кто-то все-таки ищет себя еще, находится в поиске, там, какие-то красные волосы, рыжие волосы, и бедные учителя, как они с ними не борются, все равно. Но я думаю, что нужно таких девочек приводить все-таки к специалистам, чтобы им доходчиво объясняли и показывали, как должна выглядеть девушка в их возрасте и вообще, как должна выглядеть девушка, чтобы она была привлекательной. Ну вот в любом возрасте, да, вот многие, например, хотят что-то сделать, но понимают, что уже как-то надо, да, вот что можно как-то сейчас, мне кажется, потеряться в современном мире, да, вот в количестве тех услуг, которые представляют салоны красоты. А вот, то есть, придя в «Гламур», опять же, можно получить какую-то консультацию, чтобы все рассказали, все посоветовали, показали? Да. Я сама, когда прихожу в магазин, я всегда у продавцов спрашиваю, скажите, что у вас тут самое лучшее? Uh-huh. И уже начинаю отталкиваться от этого. Поэтому, придя в салон, вы можете, смотря какие услуги вам нужны, подойти к парикмахеру и, значит, спросить, посмотреть на мои волосы, что нужно? Конечно, первым делом нужна стрижка. Для того, чтобы волосы были в порядке, нужно обязательно их привести в надлежащую форму. Ну и потом уже по консультации специалиста вы можете уже вместе, сообща, понять, что вам нужно. Ирина, вот «Гламур» существует уже много лет, да, вот, насколько я знаю. Ну, наверное, время течет, что-то меняется, какие-то новинки появляются, какие-то услуги новые. Вот что из, может быть, каких-то последних новинок можете предложить? Да, последний раз мы были во Франции. Я и два моих косметолога. Мы вообще сотрудничаем с косметикой Академии. Они любезно нас приглашают в такие поездки. Мы были в Провансе, где нам показывали новую косметику, которую мы уже привезли, которая уже стоит у нас на стенде, можно попробовать ее, косметика Vivax. Эта косметика направлена для тела. То есть там есть антицеллюлитная программа, программа для спортсменов даже, да, программа для тех, у кого есть артриты, артрозы. То есть это уже направление именно для тела. То есть косметика не стоит на месте Академии и расширяет свои возможности. И вот сейчас мы собираемся, я собираюсь ехать в Испанию. Компания Сариса предлагает нам тоже посмотреть новые аппараты. Может быть, какие-то из аппаратов мы привезем, и для наших рязанских женщин, ну, может быть, и мужчин тоже, мы можем представить, показать, как это бывает.
Ирина, вы директор студии красоты, да, и вместе с тем вы визажист этой же студии. Это вот как в удовольствие или просто работа как? Я очень люблю свою профессию, очень люблю общаться с клиентами. На протяжении более 20 лет я занимаюсь своим любимым делом, стараюсь девушкам привить вкус, рассказать, что такое макияж, какой он красивый, какой он не должен быть. Вот, и провожу мастер-классы. Мастер-классы можно получить в салоне, как для себя, то есть приходят ко мне, бывает, и мамы с дочками, дочки тренируются на мамах, соответственно, значит, прививают себе вкус, как должна выглядеть девушка, умения какие-то, навыки у них, значит, вырабатывают, может быть, это будет их не специальностью в дальнейшем, вот, а может быть, достаточно для того, чтобы они каждый день приводили себя, свою маму в порядок. Ну и можно, наверное, научиться и работать потом. Можно научиться, это не так сложно. Главное, на все желание иметь. А вот скажите, пожалуйста, вот в вашей работе есть какие-то побочные, может быть, эффекты, да? Вот встречаете вы знакомого человека, может быть, там не очень близко знакомого, да, разговариваете с девушкой, но и вот понимаете, вот, что надо с ней что-то срочно делать. Вот как? Озвучивается это как-то? Или... Ну, у меня всегда бывают такие моменты, не только со знакомыми, но и с клиентами. Всегда нужно, конечно, более... Ну, как-то подойти к этому вопросу деликатно. Трепетно, деликатно, да, деликатно, для того, чтобы сказать, где тут не так, что не так. Обязательно, потому что, когда каждый день сталкиваешься с красотой и знаешь, как это должно быть, как не должно быть, то, конечно, это на языке всегда крутится. Деликатно обязательно нужно сказать, говорю. И вот какие-нибудь, наверное, ну, советы банальные, да, нашим женщинам, вот, что делать ежедневно, обязательно, и ни при каких условиях не отлынивать для того, чтобы быть красивыми. Обязательно советы такие скажу, потому что я каждое утро, мои родные тоже знают это, я всегда делаю маску для лица, для глаз, обязательно пользуюсь кремом для тела, у меня различные есть средства для тела с разными запахами, то есть я никогда не обхожу стороной тела. То есть все, что нужно, в принципе, для женщины утром, это уделить 15-20 минут. И за это время вы уже можете привести себя в порядок, и на весь день у вас будет уже хорошее настроение и приличный вид. Ну и вот касаемо, наверное, еще выбора косметики. Да, многие любят, до сих пор, мне кажется, но всевозможные бабушкины там советы, способы, да, взять какую-нибудь траву, ее заварить, я не знаю, там чайный пакетик, да все что угодно. А вот все-таки, наверное, уже косметикой надо пользоваться, да? И конечно, нужно косметикой пользоваться. Исходя из средства каждой женщины можно выбрать из двух зол меньшее. Однажды я попробовала маску из клубники натуральную, я покрылась аллергией. С тех пор я больше такие средства не испробовала на себе, хотя это было в косметическом кабинете, в который я пришла как клиент. Вот. Конечно, нужно косметику брать профессиональную, не то что в супермаркете, потому что все-таки, как нас обучали в Италии, значит, косметика дешевая, разливается и варится в одних бачках. И дается ей название, значит, дешевых фирм. Косметика дорогая, разливается и варится в других бачках, и дается им уже дорогое название. Поэтому, конечно, если вы себя любите, я надеюсь, каждая женщина все-таки себя любит, нужно себе давать лучшее. Покупать хорошую косметику и лучше в профессиональных салонах. Ну что ж, спасибо вам, Ирина, большое. Спасибо за то, что делаете нам красиво, нас красивыми, ну и за хорошее настроение. Телезрителям напомню, в гостях у меня сегодня была Ирина Еремина, директор и визажиста студии красоты «Гламур». Это программа «7 минут». Увидимся!